Привет, друзья-рыболовы! Сегодня я рыбачу на Миссисипи, в заповеднике залив Тёрт. Ловить я буду прозрачного головля, и он мне нужен для открытия локации Кровавый ручей, рыба, без которой не обойтись, и будем мы ее ловить. Ловлю я его на самого обычного мотыля, мелкий крючок поверху, забрасываю в сторону буквы «С». Но это не север. Забрасываем на юг. Рыбка маленькая, и удочку, соответственно, выбираю самую маленькую. Первую стартовую ТФ-500. Клюет он вперемешку много и другой рыбы. В частности, миноу, который тоже нужен для открытия локации. Так что наберитесь немножко терпения. 2-3-4 игровых дня. И вы выловите необходимое количество. Если поймали, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.